глютамин во время тренировок. В последнее время многие профессиональные спортсмены заговорили о необходимости принятия глютамина при тренировках. Что это за вещество и почему без него не может наш организм? Глютамин – это аминокислота, входящая в состав белка. Она помогает полноценной работе нашего организма. Наше тело получает глютамин из еды – говядины, яиц, рыбы, шпината. Однако в процессе пищеварения веществ расходуется много, и организму просто-напросто не хватает его для остальных задач. Поэтому необходимо принимать его дополнительно. Глютамин является строительным материалом для нашего организма. Он восстанавливает мышцы после незначительных травм, полученных на тренировках. Также глютамин незаменим для иммунитета. Он отлично справляется с вирусными инфекциями. Особенно это вещество необходимо спортсменам для того, чтобы организм мог быстрее восстанавливаться после тренировок и наращивать мышечную массу. После тренировки в мышцах скапливается молочная кислота, которая становится причиной ноющей боли. Глютамин снижает ее кислотность и помогает мышцам быстрее восстановиться после нагрузок. Чем больше организм получает глютамина, тем он быстрее справляется с усталостью. От этого часто возникает проблема у новичков, которые не могут соотнести нагрузку с способностью организма к восстановлению. Глютамин повышает иммунитет, а чем он выше, тем организм человека лучше переносит интенсивные физические нагрузки. Специалисты рекомендуют принимать от 4 до 8 граммов глютамина в день. Превышать эту норму не имеет смысла, потому что весь избыток выводится организмом. Но встречаются и менее приятные случаи, когда он от приема за один раз 20 граммов вещества происходило раздражение желудка. Специалисты рекомендуют принимать глютамин 2 раза в день, перед тренировкой и перед сном. Если в этот день не предвидится тренировка, то тогда примите первую порцию глютамина во время обеда. Лучше всего употребить добавку на голодный желудок и после приема выдержать паузу перед едой в полчаса. Также не стоит запивать глютамин протеиновым коктейлем, потому что это может снизить эффективность вещества. Глютамин отлично сочетается с спортивным питанием, например, с креатином и протеинами. Также после приема глютамина организм будет чувствовать насыщение, и вы меньше съедите на обед. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!